23 ноября 2022 года. На фасаде вокзала даты 1959 год, 1960 год. Арест Вяземский, начальник управления по сооружению Уссурийской железной дороги 1892-1897 год. Ну и от вокзала двинемся в том направлении. Посмотрим, что здесь интересного. Люди с тачками. Это, наверное, скоро придет какой-то поезд, и люди будут что-то продавать. Возможно, красную икру. Да, вот разворачиваются. Виден памятник. Вот он. Здесь вот железнодорожный вокзал находится. И вот здесь памятник такой вот установлен. Тут да, сейчас, видимо, через некоторое время подойдет поезд, и здесь уже люди чем-то торговать собрались. Вот. Ну, вот такие дома, видимо, жилые, на нескольких хозяев. Ну и здесь вот много таких вот. Там дальше виднеются кирпичные дома из белого кирпича. Пятиэтажные такие. Вот. Ну и такие вот деревенские. Пацаны со школы идут. Какой-то.
Ну, тут такая равнинная местность. И где-то вон там, вдалеке, на горизонте, сопки. Вот так в основном равнина здесь. Запах угля. Здесь, видимо, у них небольшой базарчик. Там вон столы стоят. Ну и здесь всякие ларечки, цветы, что-то еще, ну, всякие продуктовые какие-то. Здесь такая вот площадь. Видимо, здесь проходят гуляния всякие разные. Установлена сцена вот такая здесь. Ну и, конечно же, здесь есть надпись «Я люблю Вяземский». Ну и вот такие вот здесь дома. Хлебный какой-то магазинчик. Колосок. Цветы. Мясо там. Какой-то строительный магазин. Там
Там дальше автовокзал, что ли. Да, похоже, это автовокзал. В общем, такой здесь городок. Во двор зайти. 1974 год, там он, на этом доме, на фасаде надпись. В общем, люди живут, как и везде. Улица Ленина, 2. Вот этот дом. Здесь можно пройти. Как-то здесь грязновато. Вон какой-то скверик или что это? Тут, видимо, даже фонтан есть. Неизвестно, только рабочий он, не рабочий. Вот, видимо, законсервированный. Там вон через дорогу какой-то памятник. Нужно перейти посмотреть.
переход далеко. Пешеходный переход, где он там? Ладно, что сделать? Ладно, пойдем так, посмотрим, что здесь. Ну, вот такие вот здесь дома. Здание почты. Ну и как в любом городе, обязательно где-то стоит дедушка Ленин. А через дорогу городской парк.
Город и горожане, почетные граждане города Вяземского. Ну, тут история, как и что было. История основания, гражданская война, 20-30-е годы, военные лихолетия, 50-80-е годы, наше время. Карта города. Это почетные граждане. А здесь здание. Это здание мэрии, кажется. Там на крыше флаги. Пойдем посмотрим. Ну, в общем, как-то так все выглядит. Там что-то. Гордость Вяземского района. Здание почты. Дедушка Ленин.
Там через дорогу детская юношеская школа спортивная. Там юные балбесы, ой, то есть спортсмены, бесятся через дорогу. Вон там какой-то камень, надо туда подойти. Какой-то камень стоит. Сейчас посмотрим. И что тут? Просто камень? Это просто камень? Никакой надписи? Ха! Вот это да. Просто камень. Какой-то. И ничего нет. Ни таблички, ничего. Чё к чему? Зачем и почему? Непонятно. Неужели нет таблички никакой? Да нет. А, есть что-то. Что-то нечитаемое. В общем, ладно. А, там еще что-то. Там какой-то памятник, какая-то стела стоит. Детям войны, 41-45 год, стела. Идем дальше. Уже вечер, 5:30. А это что такое? Это кинотеатр «Космос». И что же в этом кинотеатре показывают? Посмотрим афиши. Кинотеатр «Космос». «Волшебники». Детский фильм. «Чинки». «Чинк». Детский какой-то мультфильм. Ха, табличка такая. Подстава и проклятие. Фильм.
Цены тут такие указаны сразу. А вот это краеведческий музей. Ну, местный. Библиотека через дорогу. Спортивная это школа. Магазин через дорогу, а потом. Спортивный магазин через дорогу. Детская спортивная школа. Вот. Там это, там даже есть стадион зеленый. Дом культуры «Радуга». Это городской парк.
Уже солнышко к закату садится уже. Ну, в общем, такой здесь парк. Тропинки асфальтированные, лавочки, урны. Детские площадки, тренажерчики. Небольшой скейт-парк. Ну, наверное, еще здесь пацаны на самокат катаются. Там впереди турники, брусья всякие разные. Ну вот такой он городской парк в городе Вяземский. Там через дорогу зеленый домик. Раньше в этом домике была школа. Сейчас, ну, что-то детское.
пахнет дымом. Люди печки топят. Впереди частный сектор. Ну, вот такие вот здесь домики еще. Откуда дымом пахнет. В гараже там мужичок топит. Вот эти желтые штуки — это газ. На окнах ставни.